Великолепный бал в огромном зале, в хрустальных люстрах яркий блеск свечей, колье на шее и вино в бокале, чудесный взгляд сияющих очей, тягучий полонез для приглашенных, кадриль лихая, долгий котельон, пленительный восторг фигур склоненных, сверкающий алмазный. Нам выпала такая прекрасная возможность участвовать в таком историческом событии. Я хочу поблагодарить организаторов этого бала. Это наша первичная профсоюзная организация работников образования в лице Любови Анатольевны Рожковой. Также хочу выразить особую благодарность председателю арт-проекта «Мистерия» Чепелевской Елене Борисовне.
огромную благодарность всем организаторам, всем причастным к организации этого замечательного праздника, этого чудесного бала, фантастического совершенно. Вот. Надеюсь, действительно, поучаствовать здесь еще неоднократно, будет проводиться, и будет только развиваться, и становиться еще лучше и лучше, если это еще возможно. Спасибо. Следующее мероприятие. Вы позволяете нам найти единомышленников, узнать ваши истории и почувствовать себя такими красивыми. Спасибо. Да, у нас получился такой достойный праздник. Спасибо вам большое. Это действительно большое событие. Спасибо. Закончится 5-й юбилейный бал педагогов, который прошел при Чесенке, дом 32. Он отличился тем, что мы впервые станцевали мазурку, польку и приобщили новых педагогов к нашей культуре. Это вошло уже в традицию, и эту традицию нельзя нарушать. Мы ожидаем следующий юбилейный бал, 10-й. Этот опыт, эту традицию мы хотим передать нашим студентам, нашим коллегам, чтобы каждый смог окунуться в эти исторические периоды нашей великой истории, бальной культуры и нашего прошлого. Окончен бал, и догорели свечи, слуга унес забытые цветы, исчезли обольстительные.